Ну, наконец-то! Спарта! Снова в финале! В прошлый раз в полуфинале! В четвертьфинале играли! С 1/8 мы начинали! Ну и так далее! Сергей Гармаш, эту песню мы для вас спели. Просто вы, как Дед Мороз, в декабре только появляетесь на КВН. Ну, здравствуй, Русь, тетушка! А когда очень надо, матушка! Да-да-да! Сегодня финал, и ставки очень высоки! Да, и поэтому у меня заявление. Вы знаете, я очень люблю Первый канал, смотрю все передачи. Но особенно мне нравится та, которую Лариса Гузеева ведет. Семен, вы же продюсер. Подскажите, пожалуйста, как называется? Давай поженимся. Я согласна! Поздравляю! Настя, молодец, поздравляю! Гульнара, что ты тут устраиваешь? Свою личную жизнь. Какая личная жизнь? Это финал, ты чё? Ой, пропало все, ребята, все пропало. Что случилось? Такое? Там у цирка говорящий тигр. Какой говорящий тигр, Олджас, ты чё? Да я серьезно говорю. Я вот только что вот сюда шел, а он со мной заговорил. Ну и что он сказал? Помогите, это Эдгард, я внутри. Ребята, да как вы не понимаете, сегодня мы должны показать, на что мы готовы, ради победы! Да я ради победы! Да ну мафиг, Даньяр! Ты что, набухался что ли? Нельзя так! Иди, нельзя, оденься! Оденься! Что вы творите? Все надо делать самому! Ради финала! Может, не надо, может, не надо? Все, ради финала! Кеша, может, не надо? У тебя даже на репетициях не получалось. Получалось. Ради победы! Кеша, не надо! Ну, не надо, так не надо. Юрий Соломонович, Так как вы являетесь аксакалом КВН, у нас для вас есть новогодний небольшой подарок. Да. Заводите. Аккуратно, не сломайте. Аккуратненько, аккуратненько. Вот, аккуратненько, четко. Четко, спокойно. Вот. Дорогой вы наш Юрий Соломонович. Специально для вас, от всего Казахстана, двухкомнатная квартира. Более того, теперь у вас в каждом городе будет своя двухкомнатная квартира. Да, она на колесиках. На колесиках. Уважаемые друзья, у нашей команды всегда была давняя мечта. Мы хотели спеть песню со всеми членами жюри. А как говорится, в Новый год мечты сбываются. Тер-леген, 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 my boy selection. Ветер шумит негромко. Новый год отмечает страна. Стоит на сцене команда. Спарта, Мат, Астана. Чужие губы нам помогают. Чужие губы как будто свои. Жюри все губы мы поменяли. И только Гусман оставил свои. Спасибо за квартиру. Начинаем! Выборы президентов в разных странах выглядели бы вот так, если бы они проходили в виде новогодних конкурсов. Итак, выборы во Франции. Красавчик! Выборы в России. Выборы в Казахстане. Вы что, устали, что ли? Не-не-не-не-не! Так.
Дамы и господа, финал у всех команд, волнение, переживание, а у нас случай на дороге утром 1 января. С Новым годом, пацаны, едем на дискотеку! Поехали! Тихо, опа, тихо, гаишники, все. Тихо, спокойно. Все, нас палят, да нет, тихо, все. Тихо, спокойно, все, без паники, хана. Без нет. паники. А что будем делать? Тихо, спокойно, просто расслабьтесь. Право, все. Прими, право. Ой, все, все, ой, все, все, направо примем. Зачем топи прямо? Прямо езжай. Тихо. С машины выйдите, пожалуйста. Ой, все, тихо, хана, тихо, все, тихо, все. Тихо. Без паники, просто в разные стороны уходим, возле моего подъезда встречи. Недавно стало известно, что сборная России на Олимпиаде выступит под нейтральным флагом. Но не переживайте, на Олимпиаде еще выступят сборная Кыргызстана и сборная Казахстана. Ну вот ты и пригодился, таможенный союз! Дорогие друзья, последний свой шикарный, просто финальный номер мы бы хотели доверить человеку, которому доверяет сам президент России. Итак, встречайте, Дмитрий Сергеевич Песков! Подожди, выключи музыку, где он? А, он же звонил, я забыл. Он сказал, что задерживается на работе. Да, ну как, это же финал, так же нельзя. Татьяна, где он? Да, что делать, а? Да он задерживается на работе, просто подождем немного и все. Мы не можем 6 лет ждать. Это... Объявляйте, готово! Встречайте, Дмитрий Сергеевич Песков! Подождите, это ж наш Данияр! Да я Папа Дику узнал! Песня! Удачи! Не важно, кто ты и в чем одет, ведь КВН меняет абсолютно всех. Подожди 2-3 минуты, все дела останови. Не могу стоять на месте, я танцую. Я танцую, как умею, но попробуй посмотри. Ой, смотрите-ка, а кто сидит в жюри? Татьяна, я, конечно, понимаю, что вы не можете открыто поддержать какую-либо команду в финале, но мужа своего вы можете же поддержать. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Татьяна, это не ваш муж, это Данияр. Заткнись. Дмитрий Сергеевич! Браво, Дмитрий, Дмитрий Сергеевич! Браво, браво, хорошо, браво. Хорошо. Если это Дмитрий Сергеевич, тогда где Данияр? Да хватит уже! Хватит уже! Татьяна, большое спасибо, что вы нас поддержали. Ваши аплодисменты! Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Да. Песня «С Новым годом, Москва!» Да!